Если в высшей лиге еще ничего не ясно, то в первой уже известен победитель. Досрочное чемпионство оформила команда «Динамо», а вот судьба второго и третьего места решалась накануне в поединке между «Стройпорт» и «Океан-2». В первом круге команда «Океан-2» обыграла «Стройпорт» со счетом 6-3. Вторая часть сезона для моряков прошла под знаком минус, и они уже не могут претендовать на медали. Для «Стройпорта» данный матч заключительный, и даже в случае ничьей они завоевывали бы серебряные награды. С первых минут стройпортовцы вышли вперед на два мяча. «Океан» раз за разом приближался к соперникам, но они вновь добивались добытого преимущества. На второй отрезок игры команды вышли при счете 4-2. Болельщики увидели еще 6 забитых мячей, но ход матча «Океану» развернуть не удалось. 7-5, и «Стройпорт» завоевывает серебро первенства города. Мы хоть и любители, но подходим профессионально к делу, то есть всегда играем на победу. Наверное, где-то просто в первом круге нас немножко недооценили, и, соответственно, во втором уже, прочитав нашу игру, стали настраиваться более достойно, серьезно, и вот отсюда результат. У нас команда строится, и главная основная задача – хорошо и успешно выступать в высшей лиге. Плюс еще остались игры на Кубок города и на Кубок лиги. У нас еще как минимум 2 игры будет, причем мощная встреча с «Динамо» 16 марта. Поэтому у нас еще и игры в этом году не закончены. Независимо от результатов оставшихся матчей, бронзовых наград первенства Северодвинска добились футболисты команды «Риф». Константин Мухин, «Вестник Северодвинска».